МВД Республики Абхазия продолжает проводить усиленные рейды по предупреждению и профилактике правонарушений в области дорожного движения во всех районах республики с целью снижения дорожно-транспортных происшествий. По словам начальника госавтоинспекции отдела внутренних дел по Галскому району Астамура Таня, в результате профмероприятий в районе выявлено 17 нетрезвых водителей, которые подвергнуты штрафам и лишены прав управления автотранспортом сроком на 6 месяцев. Ежедневно мы проводим в районе профилактические рейдовые мероприятия с целью выявления административных правонарушений. Силами уголовного розыска районного отдела и СОБРа. Ежедневно оно проходит у нас в Галском районе. За время моей работы в должности начальника ГАИ по Галскому району мы составили более 300 протоколов об административных правонарушениях. За две недели выявили 17 пьяных водителей. Все транспорты стоят на штрафстоянках. Все 17 человек лишены права управления транспортом на 6 месяцев. Данную работу мы проложим и далее, согласно приказу министра Роберта Киур. Главная наша цель – снижение аварийности на дорогах и спасение жизни и здоровья всех участников дорожного движения. Тея Басария, Борис Цацуа, Галмедиа.